Привет, друзья. Ну, вы посмотрите, пожалуйста, предыдущее видео, где Захаров, программа «Бастион», обучает журналистов, которые работают в горячих точках, приемом ключа. Для чего это делается? Для того, чтобы люди научились раскрепощаться, повысить стрессоустойчивость в сложных ситуациях неопределенности, в цветноте времени, быстро, мгновенно принимали разумные, неординарные решения. А вот ординарное решение, это что? Вот сразу на первом занятии там видно, когда Захаров показывает им приемы ключа. Ну там, например, синхрогимнастику показывает, кросс руками по спине, лыжник там и другие упражнения. А вот этот ключевой стресс-тест показывает, когда надо представить себе, что руки расходятся, найти образ, и руки тогда пойдут в ответ на образ, ну как на образ лимона, слюна возникает, то есть на автомате пойдут, на основе рефлекса. Видно, что у них не получается. Почему? Потому что им в голову не приходит. Они стоят же вот в курточках в этих тяжелых, на плечи давят, это конкурирующие сигналы. А вот просто опустить руки, чтобы немножко освободить напряжение, в голову не приходит. Вот так вот, на примере обучения приемам ключа, когда мы говорим, что надо подобрать действие, чтобы оно было эффективнее, чтобы надо принцип подбора путем перебора, мы развиваем креативность мышления, смекалку. Это принцип проб и ошибок. Развиваем креативность мышления. Ну, в данном случае это очевидно видно. Ну, Захаров, посмотрите, программа «Бастион», подготовка журналистов, мои комменты там посмотрите, и вопросы, которые задают участники нашей школы. Их удивляет, почему они не сделают просто руки ниже опустить или еще как-то, что они этого не знают, не догадываются. Потому что когда человек сталкивается с новым, когда сталкивается с неопределенностью, у него работает рефлекс подражательный. А вот как раз-таки, обучаясь на примере упражнений ключа, по принципу подбора путем перебора развивается как раз-таки творческий подход, развивается интуиция, развивается смекалка. А Захарову большой привет. В нашем центре защиты от стресса, который был на Таганке и много лет, и в институте, психологическом институте РАО, мы работали вместе. Я работал там у Захарова. А потом, когда Захаров перешел ко мне в Центр защиты от стресса, полковник Захаров был, он психолог, военный психолог. Он был моим консультантом, да, и директором по спецпрограммам. А вот эта программа «Бастион» для журналистов, как раз таки это входит в часть этой его деятельности. Но главное не это, это в стрессу. В стрессу вы можете посмотреть мой сайт, самый старый, который мы создали очень давно, там вот откройте сразу фотографию, я там стою с космонавтом, третий космонавт планеты, Андрей Григорьевич Николаев, любимый мне человек, да, это вообще выдающийся человек, я вам расскажу потом о нем, да, он всегда в моем сердце. Я вам хочу еще вот что сказать, именно на примере обучения по методу ключ, принципу подбора путем перебора, того, что у вас не получается, ищите, как сделать, чтобы получилось эффективнее. Мы развиваем как раз-таки нашу креативность. Поэтому школа человека будущего – это школа, которая обучает всех и каждого желающего именно научиться. Сегодня как раз условия неопределенности, сегодня как раз это изоляция, и мы не знаем, что будет завтра, у нас нет образа будущего. И это напряжение очень высокое, а мы обучаемся на примере этих приемов, как их лучше сделать, подобрать приемы для себя по принципу подбора, путем перебора. Я повторяю, видите, это тоже есть обучение мать учения, повторение мать учения. А у нас к этому принципу повторения мать учения, то есть повторение на подражание, у нас дополнительная фраза. Принцип подбора путем перебора. И поэтому это развивает. То развивает исполнительство, повторением мать учения.
А принцип подбора путем перебора развивает творческий подход, открывает в человеке Творца. До встречи, друзья.